Андрюша, сейчас ты будешь ездить до России за коробки, да? Ниночка, вынести. А вот черный рядом. А когда забыл? Ну что ты там? Царь небесный, пророк. Царь небесный, утешителю души истины, ниже везде сын, еся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Милосердный Создатель, Господи Бог наш, мы припадаем к Тебе, просим. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания, услыши нас и прибудь с нами на этом собрании, потревожь совесть нашу, чтобы мы приготовились к встрече с Тобой, которая бывает так неожиданная, чтобы мы не оказались не вошедшими в Царство Твое Небесное. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Подальше, подальше. Я снова обращаюсь к братьям. Почему не готовитесь проводить собрание? Собрание свое, не где-то. Один больной, другой. Ну что? Перечислять будем болячки свои. Ну кто будет на следующее воскресенье готовиться, чтобы здесь провести собрание? Ну, пожалуйста. Дыбунова нету, и все остановилось. И Яковлев уехал в Москву. Я кое-что буду спрашивать, а вы быстренько в памяти своей покопайтесь. Вот у нас этот угол кухонный, там сестры что-то готовят. Сегодня я подошел, что-то такое торчит, там посмотрел. Это кто принес вот это? Ну это не само же, но к нам пришло. Более проклятой, более отвратительной личности не было от Адама. На его совести 500 000 000 русских людей. Ну печка же есть у нас. И лежит здесь, и это не просто лежит здесь, а это целый плакат. Он живее всех живых, окаянный, оказывается. Вот они, как плакаты. Кто принес-то к нам это? Ну что, первый секретарь КПРФ сюда проник ночью. Ну не Зюганов же принес это. Эту мумию они вымачивают. Да вы знаете, сколько на него тратится там? Со дня смерти его, это целый коллектив, институт основанный. И они в ванне его вымачивают, это не для слабоверных, там посмотреть, что с ним делают. И заново переодевают. Люди, которые получают профессорские степени и там живут. Его не могут похоронить, уже об этом и говорят, и депутаты выступают. Не могут, почему? Проклятие на стране. У нас ни урожай, ни радиация, ничего нету. Центральная площадь страны осквернена вот этим чудовищем. Выступает отец Дмитрий Смирнов, ну это... Не где-то, в храме, говорит, здесь.
более страшной личности за историю мировой не было. И Гитлер и все вместе, это малая талика того, что он сделал. Мы плоды пожинаем его. Это не человек, наверное, был. Сатана в образе человеческой. Нужды никакого нет. И никто не сознается. Кому отдать, подарить? Печку. Печка же есть. Зина, печку. Так. Не делайте этого. Не оскверняйте это святое место. Потому что вещи оскверняются место. И это сатана очень хорошо знает. Ну там другая сторона, вот если взять, то там чистая. Может быть, кто-то взял для плакатов. Ну, я любитель этого делать, но даже я бы не рискнул на это. Уж на что я экономно, но к этому, чтобы не возвращались. Кто пойдет, возьмет, ну, картонку тут можно ободрать и на что-то сделать. Где у нас? Вот там стоит Володя. Значит, запомни где. А пока я вот сюда спущу около помойки. Мы здесь, когда остаемся, в общее содержание всех бесед сводится к одному, чтобы мы стали лучше. Другими, от чего-то мы отстали, к чему-то стали стремиться, что-то стали искать, какие-то примеры находим. Примеры. Мне легко разговаривать сегодня с теми, кто имеет вход в интернет. Уже и батюшка, сначала он как-то не очень, а сейчас туда и идет, а как там в интернете, а как там можно. У нас больше всего потеряевки против интернета всего бастовала, возникала старейшая жительница Серафима Гавриловна Плотникова. В Камне на Оби наш знакомый отец Павел Ермоленко, больше всех, он против паспорта, доказывал, паспорт нельзя новый это брать. Там ИНН, там штрих-код, он все знал абсолютно. Но время идет. Подрастает сын Ваня. Ему надо поступать учиться. Новый паспорт там теперь. Ваня в интернете. И Ваня на меня выходит, друзья, теперь по Mail.ru. Все это было нельзя, пока мой ребенок был маленький. У Серафима подрастает внук Вася. Он ей дал смысл жизни, это я с ее слов беру. И она ко мне приходит за консультацией. Расскажите подробнее, что такое интернет. Представьте, в ее устах это так звучит, просто музыка. Я стал говорить, и она очень внимательная. Она говорит, вот что, Вася сидит, что-то там делает, позднее время. Я говорю, а когда молиться, ты будешь так? Что у тебя здесь? Так он не показал, что. А сразу свернул и ушел в другое место. Значит, нехорошее. Хорошее не прячет, и она пришла ко мне разузнать, что такое. Ну, рассуждения все правильные. Баба, давай пока отставим, я не разговаривал с Васей. Мы сейчас давай помолимся с тобой, у меня всегда один ход. Вот одна ходовая партия. А Васе я скажу вам после богослужения, к нам ко мне придет сюда. И Вася пришел, Вася, вот баба твоя, ты ее любишь, да? Отношения ваши какие? Хорошие, как судья спрашивает, какие отношения? Неприязненные или нет, хорошие? Баба меня любит. Скажи, а было такое, что она подошла, а ты был в позднее время, ночью уже и в интернете? Да, было. Но она просила тебя показать? Ну да. А что не показал? Так вот в чем дело-то. Вася почти не виновен. Он учится на хирурга. И он будет ремонтировать не крыши, а людей. И поэтому он должен знать тело. А тело человеческое, какое оно? Оно не в одежде. Оно такое, какое есть, женское или мужское-то. И его препарируют, режут, лечат специально гинекологи, кого только нету. И он сидит, урок учит, ему надо отмечать. И ни раньше, ни позже, когда подойдет баба. И кто-то же сворачивает все события там, где не должно. Вася, это так было, так, там еще плохо. Да нет, да я зачем мне нужен? Ну, программа-то серьезная все-таки. Теперь моя задача снова с бабой встретиться. Теперь уже сам я иду к ней и начинаю все разъяснять. Я от нее этого не ожидал. Она меня обняла, давай целовать. Что отношения с Васей ее установились. Теперь она к Васе подойдет и скажет, Васе, я не знала. Есть смысл жизни в Васе. А сатана пытался туда вклинить. Надо разбирать подобные дела и завалить. А тебе до всего дела есть. Ну даже если до меня дела нет, ко мне она пришла. Она пришла. Она прибегает утром рано, совсем рано. Володя уехал. И Володя сына, ее нет, сын с ней, который живет. А куда он уехал? Ну, он поехал Васю провожать, везти.
Ну и нет его. Баба, его нету. Давай сначала помолимся. А нам в церковь идти сегодня. Прям только-только забрежило. Помолились. Что? Я говорю, у меня на сердце ничего нет. Это неожиданно было. Ну давай, какие варианты? В первую очередь, он вывозит его на трассу, и у трассы автобус останавливается. Могли застрять, выехали, автобус уже ушел. И он решился ехать до конца, может быть, до Павловска, там автобусы идут. Или от Ребрихи идут. Такой-то вариант возможен? Возможен. Посудили, помолились еще. Перед самым богослужением, вот он заявляется, Володя. Володя, где ты был? Ну, он рассказывает все, как я говорил. То есть надо просчитывать эти варианты. Она, ты знал, что тебя мать беспокоится? Молчит. Она очень беспокоилась. Я говорю, баба, у тебя кто сейчас здесь проснулись? Беги скорее к Неониле. Кто есть знакомый, всех на молитву поднимай. И вот он, Володя, стоит дома, как полтинник. Вы научитесь чужое горе подтягивать к себе. Чужое недоумение. Вот сейчас у меня такая ситуация в интернете. Я не люблю, это такая система ВКонтакте. Но администратор, который форум образовал, Гавриил, он здесь был-то, он там ходит. Ну, у меня тут зайдет там человека 2-3, это для меня уже достаточно. 2-3. Да вопрос зададут, да пока я напечатаю, пока прилеплю, там приклеить надо. Так. А он там дал знать, неделя прошла, больше 1000. Они меня завалили вопросами. И он дает малую часть, а тут берет на меня, а я-то туда не вхожу, теперь я отмечаю, он туда кидает. И фотографии выставил, там говорит, что делается, они по всему эфиру разнесли, обращаются, а ваши стихи можно взять? Музыканты настоящие, там рок какие-то группы вышли, чтобы ваши стихи на настоящую музыку положить-то. Ну я делаю оговорки какие, но смотрите. То есть внезапно появляются новые люди, которые желают, знают, и вот нападает на меня один священник. Он называется священник, но я же не знаю, кто там. Но в дальнейшем, когда разговор уже пошел, он как-то падает, мне показалось, что это чужую фотографию взял, да мало ли, еще поставил. Там некоторые вставляют Эйнштейна, поставил вместо себя. Другой ставит там Жириновского, Путина, патриарха. Но там никакого патриарха нет. Это просто люди любят поиграть. Ну, такие люди. И вот этот священник, он оказался в самом деле, он нападает. Прямо нападает. Но у меня практика, я никогда не спорю. Я один раз возвестил, сказал, он не понимает. Не понимает, он говорит, я не убираю никуда. Но если начинает курить церковь Христа, тогда я его затираю назад, а черный список. Я замок вешаю, ему ко мне уже не зайти. Но он такого не делает. Он только против меня. А против меня это я смертный, грешный человек. И тут же вдруг выступает на этой странице этот больной, парализованный Сергей, который 12 лет лежит. Он сразу на него и тут же под ним, под этим пишет. Но все это разжег я. Когда я был в храмах, я сфотографировал, висит табличка и написано 150 рублей за поминание в Петров пост. Каждое имя, которое вписываете, 10 рублей стоит. Все это отпечатано, красиво. Я сфотографировал, ну я по большим храмам-то когда ехали-то. Я не придумал, не рисовал, это не карикатура. И взял, выставил посмотреть. Ну и сектанты горой туда, и вот ваше православие. Ничего у вас кроме бизнеса нету. Вы душами торгуете. Одну душу помяну, 10 рублей попу на кон. И поэтому в таких лимузинах они ездят. А вот этот, который парализованный, священник, они между собой там хватаются. Меня только один ухватил, это православный поп. Это все так. Я знаю их настрой. И он говорит, вы вот обвиняете Игнатия Тихоновича, а конкретно вы можете что-то привести? Он ничего не может сказать. Он тише стал, а нападает он снова ему, ну я жду, я парализован, никуда пойти не могу. Но я тоже хочу, я с ним в друзьях по скайпу беседую, выставляет беседу. А может быть в самом деле, ну скажите, кто он такой-то, он ничего не может сказать. Понимаете, в первую очередь он вступился, а во-вторых, на этом дело не остановилось. Он к священнику этому связался с ним, сам парализованный, у него руки вот так вот выверчены, вот так куда-то, вот туда вот это, просто... Бичом, они обе руки такие, а плечо шевелится, он плечом на мышку печатает. Вообще не знаю. Это как, какое благословение от Бога надо иметь. И не безразличие, вот это главное. Это главное качество, которое не дает ожиреть. И он ему говорит, я его не скрываю, священника Сергий Дудин. Может он хороший, а я его не знаю совершенно, я просто не отвечаю ему. И все. И он тогда дает ему, мне на меня выходит и говорит, я договорился с вами, чтобы он встретился здесь. А скайп это вот глазок. Я его вижу, он меня видит, и можем разговаривать, и деньги не платить за это. Хоть целый день говорит. Такая система скайп.
заведите себе, кто имеет это. И он на него вышел, говорит, можно ему пароль, без пароля он не может войти. Ну не пароль, логин там называется. Я говорю, дай ему. И этот священник вышел на меня. И это, эти ролики теперь мы поставили на весь интернет, как мы с ним беседовали. А он, священник нападает на меня, у него болезнь воспаления мозга. Вот и суди, ему молитва нужна. Звать его Сергий, помолитесь. Ему нужна помощь. Трое ребятишек там, я видел такие хорошенькие ребятишки. Матушка подошла. Мы с ней, даже немножко я переговорил. Сказал, я говорю, одну заповедь вам, да? Одну единственную. Вы не против? Нет, не обижайтесь, нет. Никогда ни в чем не упрекай мужа своего, священника. Не потому, что он священник. Написано, жена доучится в безмолвии. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И опять стоит она, так поняла, поняла, теперь иди. Вот это сделай. И этот священник, когда ему стал говорить, и он тут сознается, что в самом деле, обвинения какие, что я не признаю канонов соборных. То есть больше ничего нельзя придумать. Я ему говорю, за время советской власти патриархия не выпустила ни одного экземпляра канонов. Это на дорогу выпустить шофера, не рассказать правила движения. Вот что это означает. Ни разу за рулем не посидел, сел и пошел рулить. Он не знает, как тормозить, ничего. Вы что сделали? А я что делал? Я 3 года посвящаю книгам, которые при патриархе Иосифе до Никона. Перевожу на русский язык книгу эту. Тиражирую, начитываю ее и распространяю по всей стране. Я единственный. Уж в чем-то можно там как-то обвинять, но я понимаю, это... Ну, Господь Духом Святым исцеляет, нет, князем бесовским исцеляешь. Сила бесовская, ну это понятно, то есть абсолютно противоположные полюса, и сильнее уязвить, но мне это, ты меня никак не уязвляешь, это не соответствует действительности и ложь. Вы причащаетесь, служите службу, а в устах лжец, сатана сидит, всякая ложь от дьявола. Дальше уже начинаем мы разговаривать, меняемся местами. Все ваши обвинения выставьте против меня, найдите еще обвинителя. Теперь... Там что организуют, чтобы, я не знаю точно сколько, 6 или 8 разрешается сразу. Из 6 городов одновременно, чтобы цеплялись, и чтобы все могли слышать и видеть. Надо помолиться об этом. Там они такую работу сейчас развили. Новые люди подходят, которых я не знал. Кто-то слышал, кто говорил. Ну и спрашивают, а кто положительно отрицательно? Примерно 95% положительно. Из 100 человек, 5 человек, которые... Ничего не знает совершенно. А я слышал, а мне сказали. Я говорю, а кто сказал? Глеб Грозновский. Глеб Грозновский. А где он? Я сразу в интернет. Молодой священник, приятной наружности такой. А он в бегах. Ему обвинение педофилии. Прям тут же, сразу. И он бежал в Израиль. Ему говорят, возвращайся. И уже все, здесь на тебя дело. Говорится, готово. Ты всю жизнь не будешь бегать. Если ты... Прав, ты оправдаешься, хорошие адвокаты помогут ему. Его звать Глеб. Он требует, то есть нуждается в помощи, помолиться за него надо. Мы не знаем, виновен, не виновен он. Может, это один из самых лучших священников. Загубить проще всего. И как только его свергли, сразу начали вдогонку кидать, плевать, когда льва отправляли на пенсию. Ну и все начали клевать, они же все боялись его-то. И осел пришел, говорит, и я один раз лигнул его. Басня такая есть. Чтобы мы не легали. Тот, кто терпит, вот тогда, помните, напали на одного, Филиппиев был, Всеволод-то, зарубежной церкви. Они его в каких только грехах не обвиняли, мы стали молиться, от него все отошло. Вы даже не знаете результаты наших молитв. Я оставляю это. Что значит молитва? Нынче очень большие затруднения с погодными условиями. Убрать урожай не могут. У нашего фермера единственного, Барабаша Игоря, 180 гектар. И он работает на таком комбайне. Я не слабонервный, но я боюсь смотреть на комбайн. Буквально на веревочках все. Только первый круг делает, сломалось, а ломиком что-то выворачивает. Это трудяга из трудяг. Если бы я стал похож на Рокфеллера, дали бы мне денег, ну хотя бы $500 миллиардов-то. Первое, что я сделал, Барабашу купил бы комбайн. Самый современный, который он выбрал бы. И второй запасной поставил. Для меня это мука осенью быть в Потеряевке. И он убрал все. На днях он у меня был и говорит, кончено, 1200 гектаров уходит под снег. Все вокруг, которых он перечислял урывками, все не убрали. Убрали только 2 человека, за которых мы молились. Скажут, да это так. Да ни на чем убирал-то, утюг старый.
рядом живет Женя Долгов, не нашего круга, но он очень расположенный. У него 6500 гектар. И убрал. Я ему звоню, как Женя? Все, кроме масличных, то есть подсолнечник и... Ну никак, ну сырые, их нельзя не молотить, ничего. Вообще диво какое. Я не иначе это понимаю, как ответ. Мы молились конкретно, я каждый день молился: Господи, помоги Игорю, доброй погоды и Евгению. Это такие добрые люди, которые кормят тысячи людей. Мы должны их помнить и поддерживать. И вдруг сообщают, только они убрали. Ну и остальные, чтобы убрали-то, ну мы их не знали, мы... Бывает так, что дождь пройдет одной грядкой, а дальше нигде ничего нету. Я говорю о молитве. Молитва решает все. Вы бы знали, сколько ко мне обращаются помолиться, конца нету. Меня еще Гавриил бережет. Он говорит, прислали, допустим, 900 прошений. Я выставил только 5. Остальные только благодарности, благодарности. Сколько же у вас энергии там у меня зашли. Они косвенно где-то. И я на все должен отвечать. А время надо много. Вот сегодня, я вчера маленечко пораньше лег, в 10 часу, в 3 встал я... Пол двенадцатого, в 3:40 прилег, кое-кое как заснул, ну а в 4:40 мы встаем. То есть меньше часа сегодня у меня был на сон, и Бог дает спокойно, думаю, как я на службе буду стоять. Почему? Сердце почувствовало нужду. Я говорю о вещах маловажных, и говорю, вот, когда мозаика делает стеколочки, а тут одно стеколочки вынес, уже разрушено, уже мозаика, может, глаза нет или чего-то. И наши вот эти маленькие делишки, делали они... Они как раз показывают, кто мы такие. Человек и внешне, и внутренне должен быть красив. Это еще Антон Павлович Чехов говорил. У нас да другое. Жена должна покрывать свою голову, независимо от ее возраста. Причины, когда я стал сам расследовать, ну нигде не пишут. Ну почему они скидывают плато? Все везде. 100%. Как только заехали в Ингушетию, в Дагестан, все до одной в платках. Ну что говорить-то? Та же самая погода, те же градусы, все, но другое у нее здесь. Показывает школьниц, ни одной нету, ни одной нету без платка, ни в одной. Притом на два платка, как у нас, они нас всех за мусульманок считают-то. Где-то. Вы в интернет выходите, там вам не сидеть. Перемените свои называемые аватары. Поставьте в платочках. Там вам вообще не надо ничего, там ни жарко, ничего, одна единственная. И вас будет видно, кто вы такие. Одета я вижу, он как... Курщина, конечно, там, она, вот, Наташа, там все. Ну а кое-кто за этим не смотрит. Я вас прошу просто, у вас были хорошие фотографии, вы можете как раз через это настолько на себя навлечь чьё-то внимание, что вам мало не покажется. А платочек вас удержит, они сразу увидят, с этим играть нельзя, это девица в самом деле скромная вышла. Помните, когда Ребекка поехала и лицо свое закрыла, у ней паранжа была. Посмотрите на это. Я вас просто прошу, потому что я слишком много знаю, чего, может, и не надо знать. Вы ставьте вопрос, каждому вопросу 4 вопроса. Вы знаете это? Если кто не знает, еще раз давайте быстро повторим. Тебе надо вот платок надевать или не надевать? Тем более для интернета одна фотокарточка. Первый вопрос всегда ставит, что я ищу этим детям, надеть или не надеть? Временного или вечного? Земного или небесного? Ну давай, Са, реши. Ну что непонятно, то у тебя вид другой, что ты молишься, может быть. Ну тут за все 100%. Если тебе мало 2 миллиарда мусульманов. Второе, что об этом говорит Писание? Писание определенно говорит, с непокрытой головой молящийся, позорит, бесчестит. Значит, ты не молишься. Ты не нашла время даже минуту помолиться, чтобы тебя сфотографировали с молитвой. Посмотри, Татарстан, что сделали. Женщина должна быть без платка на паспорте. Подняли да свое шамили, все подняли, и все с платками. На паспорте. Ну ты же не дома, ну дома там расчахнули и все. На паспорте все будут видеть, у меня голова не покрытая. Они добились, девочка ходит в школу. Снять платок. Дошло, говорится, до президента, все осталось. Умейте бороться. Умейте стоять за то, что есть. Это второй вопрос. Второе сейчас будем говорить. Что об этом говорит Священное Писание? Я сказал определенно. Третье. Что об этом говорит совесть? Ну тут я сомневаюсь, что она вам правильно подсказывает. Ищите маленько повыше. Что говорит совесть? А совесть? Ну, у меня свои наработки. Я говорю, что такое совесть? Ну, начинает психологически, Бехтерева. Я отвечаю, это тот участок души, через который слышится голос Божий.
Это моя наработка, более это неоткуда. Оно расползлось по всему эфиру сейчас. Участок души, не душа. У души тоже есть уши. И вот эта совесть твоя широко или ты слышишь где? Однажды я был на большом конгрессе интеллигенции, я вспоминаю, там профессора, академики, лауреат Нобелевской премии даже был, Алферов, Жорес, что нет объединяющей идеи государства. Я говорю, я знаю ее. Ты посмотрели бы на них, как она меня глянула. Или вы знаете? Абсолютно знаю. Я работаю в этой сфере. Это моя ниша. И что? Четыре слова. Сразу за ручки писать. Дети, воспитанные во Христе. Вчера в интернете встречаю, везде этим пользуются, не знаю, откуда это вышло. Это от меня вышло, я просил Бога, Бог открыл. Это нет разводов. Это хорошие работники, нет воров, тюрьмы не нужны, в милиции нет оборотней. Депутаты не коррупционеры, не будут лоббировать чужие интересы. Понятно? Это все в этом. Дети, вот какие они будут. Вот на них теперь... А что там такое? Приоткройте. Приоткройте. Они не мешают нам хотя бы видеть. Чтобы дети должны знать. Не усмотрели в нем ничего, пока был молод. А теперь он вам доставляет столько печали, вырастает. Да еще и передачки будете носить. Дети, воспитанные во Христе. Я вот когда говорю вам, вы как-то про себя мысленно быстрее прокручиваете. Как бы это не забыть. Ни один не записывает. Записывайте. Некоторые болеют. И болеют одними и теми же болезнями. Глаукома. С ногами что-то, ну ноги так, то водой наливаются, то еще что-то. Болезни какие. И еще ни один ко мне не обратился, помолитесь об этом, как те, которые излишний вес имеют. Если бы вы меня слушались, вы бы не болели. Я вам говорил, для полноты у вас 4 было пункта, которые вы все направили против себя. Первое, самое натуральное обжорство. Да я мало ем, совсем не ешь. В неделю один раз сухарик. И все уйдет. Второе. Работать надо несколько раз пропотеть. Это кто говорит? Министр. Министр здравоохранения Покровский. В старое время. Раза 4 в день ты должен пропотеть. Это вторая в очередь стоит. Это первое. Обжорство прозаическое. Дальше лень матушка. И третье спанье. Обязательно маленько я заболел. Да что-то не могу. Да голова кружится. Мне надо полежать. То есть любит сонать. Поспать днем. Никогда не ложись днем. Ничего не будет, не упадешь. А упадешь, станешь. Поднимем. И четвертое, беспечность. То есть, его нигде не касается. Меня вот это все время касалось. Тебя что касается, да неправильно крестится. Сегодня, вот недавно я посмотрел, мы записываем все это дело-то. Мы стоим, молимся, и стоит брат, уважаемый мною. Я его люблю, как. И он вот так вот крестится, вот так вот. А руку вот сюда кто-то на локоть ложит. Я с другого подождал, ты посмотри, что он делает-то. Ты понимаешь, это кощунство, это издевательство. Дальше, это радость бесам, Ян Златоуст говорит. И брат, который никогда бы этого не сделал. Ну, почему он это делает? Сейчас, маленько погодя его, он опять у нас как проводит, Володь, опять его показал, он снова перекрестился и руку куда ложит. Ну, какой крест, такой же не бывает крест. Руки Христос так-то не раскинул. Да совсем не крестись тогда, не кощунствуй-то. Мы подозвали брата, сумели добыть его и говорим, это ты? Так я разве так? Не, подожди, так что это? Разве выдуманное? Мы ничего тут не монтировали. Это ты? Как же ты так мог допустить? Так это же не сегодня, что ты не замечаешь. Ты каждый раз, когда крестишься, 2 у тебя перста или 3, или 1, 5 ли, как у католиков, но ты должен крест изобразить. Про пальцы не написано, а про крест много в Библии написано. Соверши его на чрево, где пуп, направо и лево перпендикулярно. И теперь поклонись так, если у тебя глаза не больные, тебе позволяют даже, чтобы рука могла пол достать, колени ты не подгибай. Я же обращаюсь не к кому-то, к своему опыту. После операции на позвоночнике я не мог кланяться. Года 3 я скрипел, 4-й год и давил, вдруг хрустнуло что-то. И врач говорит, не делай этого, нельзя, там срослось. Я теперь кланяюсь, будьте свидетели, смотрите. И каждый день примерно 1000 поклонов. Это опыт. А что вы о себе один вышел? Вы говорите, это ящество, я... Я говорю, меня так научила Библия. В Библии 4008 раз говорится я. 4000. А я всего только 8 взял. А 4000 оставил вам. Апостол Павел говорит, я более всех вас говорю языками. Зачем он говорит я? Сказал бы вообще. Далее. Я более вас всех потрудился. Я. А Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих, я.
Почему? А что означает мы? Это мычание это? Это советская власть придумала. Никто ни за что не отвечает. Все вокруг народное, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Ничего у тебя нету. А когда судят, на мы судья не ссылается, а только на я. А я последняя буква. Ошибаешься. По-славянски она первая. Аз, есим. Она на первом месте стоит. Если уж тебе так нравится порядок какой. Ты скажи, я согрешил, я виноват, я детей не учил, и я теперь отвечаю, я, не мы, не семья, где-то не двор, не улица, не школа, не мычи. Возьми ответственность на себя, у тебя самая конструктивная программа. Ты начнешь сегодня работать, поднимать детей. Я виноват, я согрешил. Златоуст говорит, все места Писания привлекли к себе, он умер за меня и кровь свою пролил. Не за весь мир только, за меня. Страданием и кресте меня он искупил. Как огня бояться? И священник стал это говорить. А он против ничего не может сказать. Я говорю, а как я должен сказать? Во время советской власти никто не издавал. Как я сказал? Кто-то, некто. Я не могу сказать. Я издал, я перевел книгу правил. Я спрашиваю Осипова, любого профессора, сколько правил? Ни один не ответит, ни один профессор. Они не знают. Я отвечаю. С Юстиниановым правилом 989. Откуда такая цифра? Из правил. Калькулятор возьмите. Но теперь надо узнать, какие из них были временного порядка. Допустим, Кордуве, одному епископу. Он умер, значит, правило было для него написано. 719. 719. У евреев правил 613. А нарушаете вы, патриархии, 413. 57%. А у нас ни одного правила не нарушается. Кто соблюдает? Ни одного. Меня пытались, два священника там, два Андрея. А вы тоже нарушаете. Я как-то говорил об этом. Я говорю, и как? Поскорее скажите, чтобы я начал исправлять. А вот скажите, вы, когда заходите в баню, а канон говорит, в бане с евреями не мыться вместе. Я в баню не хожу. Считаю за позор собирать чужой сифилис на себя. Зачем бы я пошел? Что, совсем не ходите? Нет. Ну а сауна, попариться. Меня Бог пропарил уже. Мне этого пока хватает. Так, а второе, а вот если заходите в корчму, там корчма это значит столовая, ресторан, и с евреями вместе нельзя есть. Какие правила-то были? Ну, вы же тоже нарушаете. Я не нарушаю. Почему? А я не хожу. Ну, а в дороге? Ну, в дороге, да, я когда еду, маленько у меня другой рацион. Мы пошли, купили булку, не булку, а батон. Мы его переломили пополам, пошли в парке сидим, снег макаем и едим. Макаем и едим, поели, поехали дальше. Это еще не на машине. Я никогда не захожу. Считаю за позор, комки какие-то продают. Я ни разу к ними подошел за все время перестройки. А зачем? Обойдусь. Спекулянтам не отдаю деньги. Они ничего не делают. Они только спекулируют и горят на этом. Их хлопают, убивают. Ну и что? Это они долго придумали, какое против меня обвинение. Но они правду говорили, но ничего нету. И засмеялись, улыбнулись, и все. Я говорю, нет этого. Если это есть, я тут же приму меры, чтобы этого не было. Я не допущу этого. Да и какая нужда? Святые отцы на соборах, они позаботились о будущем поколении, о нас, чтобы мы нигде не нарушали. А почему вы наставите кланяться прав? Разве Библия говорит об этом? Говорит. И при том говорит не кто-то, а сам Иисус Христос. Христос? Да вы... Откуда вы это берете? Я беру из Евангелия. Вы слышали такую книгу? За кого вы меня считаете? Ну, я думал, что вы не знаете. Иисус говорит, мы знаем, чему кланяемся. Где это сказал? В разговоре с самарянкой. А вы не знаете, чему кланяетесь. Значит, кланяются? Да как же так? Мы не знаем. Я говорю, вы еще Писание-то считать не умеете. Вы говорите, как? Помните, сегодня как раз об этом считали? Ищите прежде всего Царствие Божие. А все остальное приложится вам. Я говорю, где вы взяли все остальное? Остальное это и компьютер, и машина, и дача, и любовница, и все остальное можно записать. Так у нас так, Евангелие. У вас тоже так? Ну откройте, посмотрели, все сие. А сие это то, что впереди было. Если впереди не считать, то что это? Это, а что это? А дальше говорится, имея пропитание, одежду, будем довольны. Посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии какие-нибудь. И вот все сие, одежда. Ну, на первом месте питание, на втором одежда, на третьем это жилище строительное. А все остальные специальности дальше. Ну, Господь не сказал про это, потому что птицы имеют гнезда, лисицы норы, а сыну человеческому негде преклонить. Он и не обещал нам квартиры. Так разве только так? Ну, а пища же не отдаляет, не приближает. Опять соврал. Она очень отдаляет. А где? В раю. Он вкусил и выпал.
И сатана первое, что сказал Христу, сделай камни хлебами. Зачем камни-то? Достаточно маленький камушек, чтобы наесть, если такого же размера получится хлеб-то. И нельзя будет ни продать, ни купить. Речь идет не о товаре. Речь идет о питании. Но как? Вы еще читать-то не знаете как. А мы знаем почему, потому что мы православные. У нас есть толкование. А если я согрешил, у меня есть духовник, я могу исповедоваться. А ты в собственном соку варишься. И знаете, что я скажу, что вот особенно наглых таких, чтобы нападали, намного меньше, чем тех, которые прислушиваются. И вот я с одним переписываюсь, видно, что он руководитель сектантов, но такой выдержанный, статный. И у нас медленно шла беседа. И сейчас он запросил все материалы о крещении. Вот вы говорите, оказывается, он все ролики у меня слушает. Говорите, что храмы не надо строить. Но у меня жена, я так и не понял, то ли она у него православная, пошла в храм. Да я же одну не оставлю там на Пасху, я с ней вместе пошел. И вот как пели, ни одного слова не понятно. А он Библию-то знает очень хорошо, этот человек. И вот мы были, ну если бы храмов-то было больше, то другое, я дальше ему поясняю. Он снова запрашивает материал, опять на неделю его нигде нету. Бог работает. И поэтому, когда молитесь, помните о тех, кто с нами соприкоснулся где-то. И чтобы мы в каждом человеке нашли полезное для нас. Сколько добра, и ты не ожидаешь, где ты натолкнешься на это. А не так, нам все дано. Дано, да не все исполняем. Истина, говорит, есть, да у истины не истинные служители. Мы терпим большое поругание сегодня в мире. И не за что-то, а то вышестоящих. У меня сейчас приходится на скайп, я записываю на каждый день, на какие часы. А все это записываю и все в интернет выставляю. Ну, Бог дает талант нам прислушаться к словам Иеремии. Он говорит, если извлечешь из ничтожного полезное, сделай как мои уста. Награда, ты будешь говорить как мои уста, как Господь говорит. И мы эти снимаем и выставляем. Один, правда, сказал, вы меня не предупредили, а вот засняли так. Я говорю, ты где вышел-то? В интернет. Все, что мы делаем, все фиксируется в главных компьютерах. Об этом сколько уже писали. Все эти фейсбуки для чего создают? Чтобы под контролем держать, пока чипа нету. Ты вылез в интернет, говоришь, а ты плохого не говорил, это второе. А в-третьих, это я делаю. Я участник этой беседы, и меня не надо обрезать. У тебя есть право, у меня есть право. Тем более, Володя снимал, он мелькал в экране. Вы же видели же его, он стоит, он снимает-то. Еще я должен спрашивать. Не о чем спрашивать. А вот фотографии недавно, вчера, напала одна. А вот фотография, вы взяли ее. Две девчонки сзади сфотографировали, при этом даже лица не видать-то. Но она увидела фотографии хорошие. А вы от кого взяли? Я их где-то встречал в интернете. Почему не пишете, кто автор? На меня сразу скинул Гавриил. Я проверил, говорю, знаешь, это приезжал Масленников Михаил. Он был потерять. Это четыре были РИА Новости, Новосибирск какая-то газета. То есть центральные газеты страны. А этот Михаил, он фотографирует, в алтаре с патриархом стоит. Люди-то какие приезжают-то? Так он меня фотографирует, и что, от меня фотографии прячется? Ну, если что-то пошло, да пополам. Без меня у тебя фотографии не было, а без тебя бы ее тоже не было. Ну, труднее это было объект вырастить. Мне 73 года надо было этот объект готовить для съемки. А ты пошел, купил и снимаешь меня. Все, гляжу, отступились, и никого нигде нету. Меня же снимают и... И фотографию эту я, а тем более выставлены в интернете фотографии-то. Ты выставил-то доступно, там нигде никаких ограничений нету. То есть надо научиться, как разговаривать и не потерять человека, с кем говоришь. Учитесь. Своим подсказывайте. Не сидите на своих дрожжах. Даже ты говоришь, я ничего не могу. Я тебе заранее скажу, это неправда. Самое мало один талант. Все-таки он у него был. И самый небрежный оказался тот, у кого был один талант. Он его не развивал, он его скрыл, он не растратил. И пришел и получил не выговор, а вечное осуждение. Вы в конце недели подбиваете итог. И дома составьте, за кого вы молитесь. И смотрите примерно, какой результат. Как отвечает Господь, не отвечает. Трогает сердце, не трогает. И мы вот недавно с братом разговаривали. Вот я сижу, и мне надо звонить. Так. Четвертое, которое вернусь, это правильно. Четвертое, вот первое, значит, что говорит это, небесного или земного ищешь, дело, какое делать. Второе, что говорит Библия, третье, что совесть, а третье, не принесу ли я соблазна кому-то этим поступком. Все. Не принесу ли. Нормальное дело, но как оно сделано, другой скажет, а я понял, что это вот так. Ну и будет делать не так совсем. Это четвертое.
Это я очень тщательно, долго исследовал и нашел, что вот эти четыре вопроса, а теперь делать, не делать. Я разграф пополам. Теперь делать. Покажи плюсы всем. Делать вот это. Не. А что отрицательно, если ты будешь делать? Отрицательный выстав. А другое не делать. Что положительно не делать? И теперь та же плюсы минус. И ты увидишь, куда ты склонишься. Тебе советники не нужны будут. Мы начинаем разговаривать об очень важном, о спасении нашей души. Положение православной церкви, вот в том виде, какая она есть, очень и очень нехорошее. Если патриарх Кирилл назвал состояние церкви духовной развалины, где он проехал, я добавляю, он не был там, где мы были. Ему показали уже, говорится, потемкинские деревни, подмарафетили. Мы бываем тем, где Хиросима и Освенцим. Все падшее, разрушенное, ничего нету. И в этой вот обстановке, невыносимой, тяжкой, трудной, надо начинать работать. Как апостол Павел среди Коринфян. Это дом разврата был. Два моря сходятся на перешейке. Тысяча блудниц в одном храме только служат услаждением моряков. Тысяча. Государственные, пенсии, все получат они. Но они работали. И апостол Павел там основал церковь. Ну, правда, еще проявлялось. У вас, говорит, такое блудодеяние там, в этой церкви-то, которого у язычников не слышно. То есть, они элемент бациллы занесли в церковные круги. Ну, Бог сделал так, что выправили, он стал каяться. И Павел заботится, чтобы приняли, дабы сатана его не похитил, кто раскаивается. Вы берите опыт отовсюду. Я говорю только малая-малая часть, что мне приходится с людьми, какие приходят. Какие выставлять материалы большие? Как люди находят в этом утешение, ответ? Благодаря там священники, выходит епископ, там, просят его материалы проверить сегодня ночью. Это Бог делает. Я спрашиваю Михаила, этого масленника, ну вот патриарх-то как он там в алтаре? Ну как служит ты? Ну а бывает, чтобы против там патриарх сказал, патриарх? Нет. Кто-то из священников так остановил. Что-то снимаете тут в алтаре, крутитесь, тут молиться не дают-то. Ну, это как у нас. Так, сестра. Ободрись. Это сатана глаза замазывает. Я говорю, не настолько скучно, чтобы спать. Притом всегда спите. Можно проспать Царство Небесное. Когда стали говорить, а патриарх, видимо, узнал, услышал. И он к священникам в алтаре обратился, сказал, никогда этого не делайте. Это наша история. История. Придет время, люди будут вглядываться, кто стоял где, почему, как. Это не рисунок, который там многое вырезает художник. Ну, главное, чтобы было и все. А тут каждый листик, все есть. Патриарх Алексей II как раз был за это. А про этого не надо говорить, этот везде. И этого нету, чтобы свое имя не было, фамилии. Президент едет везде, фотографирует. Что-то я не пойму, что-то трясутся-то над чем-то. Лучше мы уже не будем, мы только стареем. Да ты зафиксируй себя, какой ты есть. На завтрашнем ты будешь смотреть и говорить, это я был такой. Поверьте. Я другой раз спрашиваю, вот с такой-то рожей я вылажу куда? Ну, ты видишь, нет, что это? Что это? Это пятна, это нормально, меня земля зовет. Говорит, ты совсем похож на меня, земля. Вот и все. Ну, найдите какое-то слово такое, над собой где-то немножко подтруните. И оно все отойдет. Люди ищут не этого. Я когда иду в город, а у меня на штанах, заплатах, там штук 20. Ну и говорят, ну хоть переоденься в город. Я еще ни разу не видел, кто бы смотрел на заплатки. Начинаешь говорить, они стоят, еду. Да вообще, как будто они не видят, кто перед ними сидит. Все. Ну, начни другое маленько, то открой благословенные уста благовестника. И ты увидишь, как люди не будут смотреть ни на одежду, ни что у тебя есть. А вот внешнее ваше, это сразу люди заметят. Сразу. Я даже в Москве однажды ехал. Я, ну, в метро обратили внимание. Мы трое с бородами и с маленькими бородками, кажется, два или три негра. Откуда-то с Нигерии. Черные, как чугунки из печки. И представьте, мы одновременно все стоим кучкой и разговариваем. Но тут москвичи уже обратили внимание, потому что это заметно. Один раз мы ехали с Латвии, три брата, отец Аким, Павел. Вот, и у всех рюкзаки одинаковые. И на рюкзаки-то они же сзади.
И вот только открыли, и мы впервые зашли. На улице ждать пришлось, пока метро пойдет. И мы сели, рядом сидим, этим мешки нас подпирают, и мы наклонились, так вот, когда бывает готовятся десанты, самолета бросили, так как будто это парашюты у них. И так заходят, все на нас смотрят, десантники какие-то в Москве высадились. Я сразу понял, что они думают. Вот во всем, что в вашей жизни, которое никогда не повторится, найдите такое интересное, хорошее, что сами себя зауважаете. Это мне Бог открыл. Он так меня любит. Он мне вот это дал. Ведь мы чем обладаем, я даже не знаю, кто еще так богат, как мы. На днях одна знакомая, она в интернете помогала и говорит, а у вас детская не отдается, брошюрки хотя бы. У меня тут библиотека открытая, нет никого-то. Сколько тебе надо? Как сколько? Ну, хоть один экземпляр. Ну, ладно, я завтра тебе 60 экземпляров, то и другой вышлю. 60? Да. А может быть, и Евангелие есть? А сколько? Ну, штук 10. Хорошо, 300 штук я тебе даю. И вдруг с ней случилось такое, никто не спрашивал. Народ, говорит, повалил где-то, я буквально в течение одной недели 300 экземпляров разошлось. Да ты не печалься, я тебе завтра сообщу братьям, 1000 экземпляров еще дам. Как мы искали и какие мы стали? Конечно, не за деньги. Я-то за свои книги там стараюсь компенсировать. Но раз ко мне попало, я теперь им хозяин, я теперь могу. И 1000 экземпляров уже Игорь Барабаш привез, отдали. Звонок только, все действует. Один ничего не сделаешь. Она должна была понуждаться, другой мне где-то дал, третий привез, и так везде. А кто? Мы с братьями, которыми наградил меня Господь. Вот я и дети мои, которых дал мне Господь. И поэтому, если я говорю, были где-то что-то, вы всегда с нами участвуете. Если у нас будет все благополучно, и мы снова поедем, нам нужно... будет средство. Сейчас в интернете обсуждают, где у Лапкина эти миллионы. Да. Такие книги издают, дарят. Такие путешествия. Кто его финансирует? Встречаю в одном месте, в другом, в интернете прям выставляют, в гугле. А там мой ролик. Я отвечаю, где я беру? Мне дает мой Господь. Я рассказываю, как я молился, как через Надежду Павловну получил первый раз, как второй раз, третий раз, на все книги. А ведь речь идет действительно не об одном миллионе. Миллионы. Это вообще даже вообразить нельзя. Я сам оборачиваюсь назад, и это невероятная вещь. И при том с шапкой по кругу никогда не ходил. Вот вышел к остановке. Вот. Старый базар. Идет знакомая. О, я так давно хотела вас увидеть. А я пошел и помолился. Господи, ну прям до того же мне деньги надо. Ну как сказать-то? И она подходит. Так, я не знаю почему, но у меня какое-то такое побуждение вам деньги дать. Я говорю, и сколько? Да уж давно я копила все, она мне буквально сразу восполнила. И все. Это Бог так делает. Я вам рассказываю, главный банкир, я считал это Песоцкий, Владимир Филимонович, управляющий Сбербанка. Там кто, кому, какой, я говорю, я не знаю, но для меня он хороший. И мне нужно было тогда уже напоследок 50 тысяч. И он только не знал, сколько шарится в карманах, и бежу, вытаскивает одну пятерку, другую, по 5 тысяч-то. Я положил в карман, домой приехал, ровно 50. Но он решил сам меня отвезти домой, пришли мы тут по двору, гуляем. И я говорю, Владимир Филимонович, как только я дам звонок, я выключу его, а вы звоните на меня. Почему? Да это же деньги стоят. Деньги на телефон? Да какой же разговор? Он достает, я гляжу, 10 тысяч мне на телефон. Да мой телефон-то, наверное, меньше стоит-то. Подарен. 10 тысяч. Я говорю о людях, которые не нашего круга. Это Бог так делает. Как же мне не похвалиться моим Господом, что я его знаю, я принял как от Господа. Это мой Господь. Я молился, и мне нужно кому-то звонить, вот, ну прям на неделе было. Одному и другому, ну далеко, дорого стоит. Ну, звонить надо. Ну, а что вы сделали? Да ничего я не сделал. Я лес такую в руки взял, встал в угол. Только отшатнулся звонок. Звонит именно тот человек, которому нужно было звонить. Я говорю, почему ты позвонил? Ты же не звонишь мне никогда. Я сам не знаю, что это такое побуждение. Прямо позвонить вам надо. Господь. Я поговорил, опять стал на молитву. Маленько погоня, только мне нужно было не откуда-то из Америки. Из Америки, чтобы как-то переговорить-то. Ну, проходит, ну, не больше 5 минут, он выходит. Я говорю, как ты вышел-то? Почему ты вышел? Ты же в это время никогда на меня не выходил. Да я не знаю, у меня свободное время. Это мой Бог делает. Поэтому постарайтесь быть инструментом в руках Божьих. Если мы поедем, постарайтесь поучаствовать. Вы помните, когда Есфирь не знала, что делать, а ей сказал Мардохей,
если ты промолчишь, то спасение придет с другой стороны. Бог все равно пошлет, а ты и дом отца твоего погибнете. Это сильно ее тронуло. И как она молится, это фильм и спирь. Для, не для этого ли момента тебя Бог царицей сделал? Не для этого ли ты стала близкой нам? С миру по нитке, и мы на конце континента. Если Бог усмотрит. У нас порабатывают эти материалы в Калужской области, чтобы была ставка. Ну и вторая, я вам говорил, как брат Николай, чтобы идеально у него было здоровье и желание. И мы выполним то, что положено. Дальнее путешествие – это последнее. Оно было все рассчитано на этот год, но Бог как-то сделает. Я знаю, что Он, Бог делает совершенно невыносимое и невозможное. Так, вопросы? Можно сказать? Давай. У меня не вопрос, у меня благодарность к вам, братья и сестры, за ваши молитвы. Мы просили, путешествовали мы ребятишками, ездили к бабушке. Все было хорошо, дорога хорошая, ну и с нами все в порядке. Спаси Христос. Каждый день путешествующий. Вы старайтесь, ну, держать на учете, где вы были. Вот мы пошли с Татьяной Капустиной к Анне Кузьминичне Ельниково. Оказывается, у нее через коридорчик, они живут там. Ее свахали, то тоже пенсионерка, кажется, Анна тоже звать. Тебя Анна. И она говорит, а я за вас молилась. А это говорит, она говорит, кто приходит проведать нашу больную, она говорит, не выходит. А тут она вышла, мы сфотографировались и побеседовали. Во, вышла-то как, она вышла-то. Приятная женщина, конечно, пенсионерка, все. Вот, и она молится. Она, оказывается, от молитвы не хотела отрываться. Мы даже не знаем, сколько у Бога внимания к нам и сколько у Него слуг своих. Как отец Арсений говорит, где огоньки загорались. Эти люди в свое время придут на помощь. Нам нужно, чтобы дали знать о нашем поселении дальше. И сейчас находятся люди, которые сами просятся разрешить о вас дать рекламу. Вот и все. Будет польза или не будет, один Бог знает. Если ничего у нас больше нет... Давай. Виктор Андреевич Яковлев всем поклон передает, благодарит за молитвы. Очень напряженный график у него. В 7 утра выходит, в 8 вечера приходит. Молитесь. Сестры, график изменился по дежурству. Да. Нас совсем мало стало, потому что я там поубирала некоторых. Правильно. Поэтому обратите внимание на график. Я думаю, что не надо каждую неделю. Сейчас вот грязь уже закончилась, а через неделю надо дежурство. Потому что нас уже мало стало. Нет, так не надо. Зимой больше грязи. Зимой сажа, снег. И когда приходят, ноги не вытирают. И вы знаете, сколько сажи. А если мы будем через две недели, вот она как бы высохнет. Нас мы шаркаем ногами, это мы будем дышать. Угу. Так что нет. Зима дежурный виток, да? На кого назначает? А то некоторые не дежурят. Не так, если ничего больше нет, да, не будем задерживаться, у нас будут занятия. Я молодых там хотел сказать. Ребята, оставайтесь. Вас сестры накормят. Занятия очень и очень нужны. Знаете о занятиях? Я в прошлый раз говорил, некоторым непонятно и не спрашивают. На богослужениях бывает, на занятиях нет. А вот говорят, а какое дело нужно? А вот узнай, которое сатана ненавидит, вот это дело Богу нужно. Это абсолютно точно. Или сатане все равно. Так вот даже в годы советской власти в каждом храме богослужение совершалось, его не трогали. Но чтобы ни одного слова священник не говорил. Не говоря уж про занятия где-то. Ну и что? Что доказывать-то? У нас таких нету, которые на богослужение не приходили бы, а на занятия специально пришли. Ни одного случая не было. А вот чтобы побыли на богослужении, на занятия не осталось, сколько хочешь. Ну, маленько сами-то рассуждайте. Кого мы тешим-то? Ну, врагу это не нравится, когда мы преобразуемся в образ Христа. Когда мы, как Мария, благую часть ищем, ног Христа сидеть. А Бог это как-то делает так, что и время у тебя на все хватит. Ну, один-два раза не был, отстал, дальше уже разность, а нет, в субботу не приду, это уже привычка такая. Она все, знаете, на ниточке держится. Днем молиться некогда, ну и остается только привычка еще в воскресенье прийти. Я вас зову к ревности в Боге. Вы не думайте, что вы сидите и друг друга не знаете. Вы все выходите на ресталище бежать.
И вот сейчас сказали бы так, вот, кто добежит до проспекта, он назывался Московский, Ленинский, значит, тот получит награду, а остальные не войдут, двери затворятся. Наверное, бежали бы. Бежал бы, полз. Люди-то ищут сегодня не того. Я вчера решил посмотреть. У нас 1250 роликов, фильмов про наших, которые поставлены. Ну и вот смотрю. Вот у нас профессиональный собаковод, кинолог Сергей Павлович Пупков. И вот знаменитая собака. Почему-то дали, когда он стал чемпионом России, две медали. Одну медаль он мне дал. Теперь я это показываю кошкам пока, потом собаке. И вот я посмотрел, у Сергея Павловича какой там рейтинг, его посетили сколько? 51 человек. Кажется, за 10 месяцев, 51. Но мы однажды ехали домой, и мы увидели задавленную собаку. Прямо на трассе лежит-то, а клочков-то. А рядом другая небольшая собачонка рядом. Мы проехали, остановились, я говорю, возвращайся назад. Мы вернулись, ну я подошел. Действительно, она как ударили ее, размажили, она лежит. Видно, что это сука, у нее соски большие, может быть, она уже ощенилась. И рядом ее, видать, сидит близкий. Ну, я кое-как ее палкой туда в сторону, а тут как раз милиция остановилась, бесспорно. Мы с ними поговорили, они потеряевки были. Так вот, эта убитая собака, у ней рейтинг, держись крепче, мертвая, а у него сотни собак, он выдрессировал. И сам живой человек, ему 50 человек пришли посмотреть. А эту мертвую 1200. Это состояние наших людей. Они любят жареное, чтобы запашистое было. Я их поставил вместе и покажу, что у мертвая собака больше стоит для людей. Видно, они породистые, я там убираю палкой, она там вихляется, ну, видно, позвоночник все переломано. А там еще две собаки оказались. Ничего там нету, ничего совершенно. Но однако... Однако, вот я беседую с кем-то. Беседы очень важные о том, как достичь Царства Небесного. Представь себе, какая тема-то. И вдруг моя беседа с Невзоровым попадается. А Невзоров-то известный-то. Ну тут, который я говорил, ну допустим, я смотрю сейчас сказать, кого тут. Ну, наши, которые люди есть. Ну допустим, Галя, вот ее там. Ее посетило 31 человек. 31. Ну вот Невзоров и Лапкин написано. 4150. Хоть стой, хоть падай. И они люди что-то нашли. Нет. Привлекает именно известность, и люди ждут что-то. И вот в одном месте у меня написано, ролик так называется, «За доли секунды до гибели». Когда мы ехали, шофером стало у нас плохо, а машина несется, он только затормозил, и мы выскочили. Чуть не погибли. Больше 1000 сразу. Но я заголовок дал «За доли секунды до гибели». Сергей Павлович сидел за рулем-то. И рядом более интересные такие встречи, там в храме беседуем. Ну, там бывает 200, даже 300. Но вот я сказал, в храме беседуем еще. В келье у епископа Евтихия. В келье. А вот в келье-то никто не был, а я покажу. Сразу повалили, и сразу 700 человек. В келью заглянуть, а что ж там у епископа-то есть-то? А у него как раз там такая коморка, что, ну, живет человек, лишь бы только не замерзнуть. Другого епископа такого, видимо, в России больше нету, который был настолько непритязателен, настолько некорыстолюбивый, так сказать. И он был нашим епископом. Вот. Я только прошел и все это выставил, но, видимо, выставил где-то. Люди ищут другого, жареную тему. Но мы должны теперь каким-то образом переломить эту ситуацию. Показать, что весть о Христе – это самая ценная весть. Чтобы люди туда пошли, пока этого нет. Ну, идут там единицы, 5, 10, 20, 30, даже знают, что это мои ролики, и я их ставлю, и дальше моя автобиография, я говорю, моя автобиография, 300 человек всего, а мертвая собака 1200. Что тут доказывать-то? Ну, это я вчера только ночью уже, кажется, на скреп в разных местах смотрел, цифры все собирал, вместе посмотрел, ой-ой-ой, кто мы такие? Так это не один, не два человека, люди со всей России. Что, поблагодарим Бога? Братья, кто хочет помолиться? Достойно истину, положите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рушую.
Господи Боже, слава Тебе за это мирное время, продли его еще, дабы новые души были обретены Тобою. Благослови нас, исполни нас верными слушателями Твоими, чтобы Дух Святой через нас провещал миру о скором Твоем пришествии, о любви Твоей к народу. Коснись России, Господи, не дай ей погибнуть и исчезнуть. Твои великие дары не были оценены, и они утеряны. Родных и близких наших найди, кто еще не примирился с Тобою. И это место защити и помилуй. Болящих посети, правителей страны благослови, патриарха, священников и епископов. Всем дай страх Твой и мудрость. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.